Экватор велосезона просто необходимо ярко отметить, поэтому организаторы праздника для любителей свежего воздуха и здорового образа жизни приглашают ивановцев в субботу 4 августа на велодвиж. Веловстреча начнется в 18:00 в литературном сквере. Для гостей приготовили гаражную распродажу, фотозону, будет возможность испытать свои силы в скоростной гонке на велостанке, а вечером посмотреть интересные фильмы. Ну еще, конечно, чай, вкусняшки, плюс много всего яркого. Понравится и детям, и взрослым. Основная цель – это дополнительные виды коммуникации между велосипедистами, потому что в основном они общаются либо в интернете, либо где-то на совместных тренировках, либо прогулках. А вот такого совместного общения у нас, к сожалению, нет. И вот мы попробуем создать такую вот площадочку, на которой можно пообщаться. Я надеюсь, что будет интересно всем ивановцам, кто-то к нам заглянет в гости, потому что там и будет можно попить кофе, чай, перекусить, посидеть, отдохнуть, послушать интересную музыку, пообщаться, познакомиться друг с другом.